Флаг внести. Роняя листьев медь, напоминая о Беслане, о трех ужасных днях, где смерть держала всю страну в капкане. Сентябрь, роняя листьев медь, дождями сыплется уныло. Беслан, мы помним, чтобы впредь не повторилось то, что было. А мы, взрослые, конечно, должны быть готовы защищать наше поколение, наших детей, наши... Ну, ничего не может быть святее наших детей, правильно? Поэтому всегда должны быть готовы взять, ну, даже в руки оружие, если надо будет, и защищать свою родину. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе, а может, она начинается с той песни, что пела нам мать. Никому не отнять. Мы встречались здесь каждый год у этого памятника, напоминаем о том, что терроризм — это, в общем-то, действительно бесчеловечно. И для людей, которые отдали свою жизнь за это был долг, понятно. Но когда мы говорим о страхе, боятся все. Не все могут этот страх преодолеть. Вот Михаил Борисович, это был бесстрашный воин, который мог преодолеть страх. Мог защитить собой, мог защитить тех людей, которые просили о помощи. Содрогнулся весь мир, вся планета Земля. Горе черную птицей взлетело. На исходе сентябрьского трудного дня солнце будто от слез заблестело. Сердце плакало, ныло. Страдала душа, опускались усталые плечи, зажигались в тот день, на земле не спеша, поминальные яркие свечи. С нами всегда участвует осетинская диаспора. Ребята, для них это вообще святое место, это святой день. И они, естественно, всегда будут помнить эту дату, всегда будут помнить этих ребят. Потому что, по-моему, за всю историю Альфа и Вымпела, вот этих спецподразделений, никогда столько людей за один бой, скажем так, не погибало. Это особенный день. Эти все люди, бойцы, отдали жизнь за наших детей, за детей Осетии, за детей нашей России. И мы каждый год приезжаем и считаем побывать на кладбище, в школе, отдать дань уважения бойцам, погибшим, оставшимся, которые в живых, поблагодарить их. Это наш долг, наша честь. Слышала, ты слышишь, Тарка, лишь мир важнее всех основ.